хозяина RX 450-го прикурил в буквальном смысле слова. Прикурил комбинированный предохранитель, так вот выглядит. Ну, решил прикурить из-под капота, чтобы не лезть туда в багажник. Вот сюда плюс приходит 12 вольтовый аккумулятор, а это конвертер. Вместо того, чтобы на массу минус кинуть и плюс сюда, он минус кинул на конвертер, в результате чего перегорел этот предохранитель. Для его замены пришлось снять инвертор, разобрать блок. Вот он так вот сдвигается площадка, и тут тремя болтиками крутится, прикручивается вот в этих местах. Вот такая замысловатая история.